вообще, по-моему, не работает телепорт. Оно работает, но оно работает с задержкой. Это специально сделано, чтобы ты не мог просто тпшиться от призрака, как, знаешь, типа, обузить эту фишку, чтобы ты не мог. В гараже не могу ничего сделать. Мне обучение проходить, или вы расскажете, что делать? Не, не надо, так расскажем. Там все так понятно. Короче, пригласительный код. А куда мне вам скидывать-то его? Короче, нажмите «Играть» и что-то типа там подключиться, да, есть к закрытому такое, лобби. Да, «Join Private Game». Дай нам знак. Снизу. Я сначала надо этот микрофон настроить, без него-то мы не сделаем ничего. Сейчас все настроим, что ты... Дай нам знак. Код там какой-то просит, когда ты подключаешься? Да, Enter Code. 834-368. Game does not exit. Во. Отлично. Отлично. Вот, теперь мы тебя слышим два раза, короче. Ага. И скажи еще раз, 834... Какой еще? Тихо. 834-368. Так, сейчас я в Дискорде замьючусь. Так, сейчас. Кого можете, плоскую кнопку нажимаете, виртуальный рабочий стол, там найти свой Дискорд и все, собственно. А нуля. Ну, кстати, подвигайтесь, как оно вообще двигается? А, как пьяные, короче, такие. Ну, типа того, да, вот. Я просто проверяю, где у меня стенки, чтобы не врезаться никуда. Не, я бы, знаешь, если бы увидел вот этих экзорцистов, вот таких вот, я бы не поверил бы им, что они что-то смогут сделать. Нахрен нам призраки, нам и самим хорошо, по-моему. А ты видел фотки, сохранили, шайтан? Да, вон наша фотография. Тюряги наши последние. И, короче, мы должны найти три улики, что это за призрак. Типа, либо он там, например, на соль наступит, там, либо по рации нам ответит. Короче, надо нам выяснить три улики. И когда мы их выясняем, мы их пишем в блокнот. И в блокноте потом выбираем, что это за разновидность призрака. Там призраков штук 12, короче, есть разных. Когда мы узнаем его, мы уезжаем, получаем бабки. И вот разные призраки умеют всякие разные штучки делать. Либо там они менее агрессивные, либо, например, более агрессивные. Сейчас разберетесь. Сейчас легкий уровень поставил. А, вот, все, вы приземлились. Прогружались, походу. На как вот. Его достать? Ты сейчас или как доставал книгу, Инкод? Какую книгу? Ты только что книгу в руке держал. Как ты ее достал? Не было у меня книги. О! Я не знаю, как это получается. Надо, наверное, какую-то комбинацию. О! Все, я понял. Как? А, типа просто из-за спины? Ага, из точно. Из плеча тащить в бок и... Да. Вот, смотри, видишь, вот тут типа три улики вот нам надо найти, типа на последней странице. Вот мы их забиваем, и там пишем в конце призрака, что это за призрак у нас. И тем самым мы как бы получаем бабки, если мы угадываем, что это за тип. А тут этих, ну, можно фотографии делать, нужно даже, точнее. И всяких тут призраков, тут и так спина, вот, видишь? Я так понимаю. Ну да, это как бы... Блокнот такой. Так, а как вы по рации говорите? Типа так? Раз-раз. Раз-раз-раз. Раз-раз. Слышно, да, было? Да. Раз-два. Ага, все, отлично. Да, слышно. Ага. Вот, считай, цели, которые нам нужно сделать. То есть определить тип, это, ну, типа, постоянная цель. Сфоткать его обязательно нужно. Заставить погасить горящую свечу, это новое что-то, я этого не видел. И достичь среднего уровня рассудка. Вот наш рассудок, если он упадет, то он нас, короче, захавает, призрак. Поймает и все с концами. Ага. Значит, и карта, здесь его активность призрака вот тут отображается. Если она будет скакать, значит, он психует, например. И один человек должен тут сидеть. Это мустрейли каком-то, что ли, что-то такое? Ага. Зовут его Кэрол Робинсон. Вот он, по сути, должен на свое имя реагировать, когда ты говоришь голосом его имя, он должен это реагировать. Так, вы ключи взяли? А, ну вот это вот, видимо, та фигня, про которую и было написано, что для распознавания речи нужно там в винде что-то включить. А фиг знает, у меня ничего не было написано. Сейчас проверим. У нас нет благовония. Ладно, пофиг, без этого обойдемся. Оно валялось, по-моему, не? Не-не-не, я не купил, я забыл про него.
Знаешь, вот что я в тот раз вам хотел сказать, но не сказал, потому что мне не работало. Знаешь, для чего нужна вот эта вещь? Ну. Я буду мерить вам температуру в эпоху пандемии. А вот температура фургона обратно. Не пускай, да? Прекрасно. У кого ключ открывать? Есть рука свободная? Откройте. У меня. Так, у меня руки просто заняты. Пожалуйста. Так. Давайте тоже, значит, у кого пищалка? Вид, дай пищалку Инкоте слева у тебя на поясе, а сам ходи в этот, пока. Замеряй воздух. Нет. Вот, включай ее на указательный палец. Ну, как и все, в принципе, приборы включаются. Вот, ты смотри, чтобы она у тебя стала пищать. Ходи по комнатам. Я попробую генератор найти, чтобы свет нам включить. Где тут у вас подвалы нынче, блин? А, вот, наверное. Вот дверь, сразу. Да. Или вот, блядь. Это. Блин, ну как вы открывали эти двери? А кто с ключом был? Ты был с ключом? А зачем тебе два фонарика, скажи мне? Да. Этот ультрафиолетовый. У тебя в руке? А, подержи что-нибудь. Походу, мы тут все зажгем. Нормально. Нашел генератор, он в гараже. Вита, свечка потухла. Надо проверить, в машине задание сделалось или нет. У нас было задание, чтобы он потушил свечку. О! О, так, пищит, шайтан. Сколько? Двоечка? Две. Искать надо, чтобы, да, было, чтобы было около пяти. Мы сделали найти доказательство присутствия призрака. У тебя свечка засчиталась, скорее всего, да. А, да, возможно. Все, включил немного света нам здесь. Все, перестало пищать. Ну вот сейчас пищало. Опять запищало? Вот тоже. Да, тоже две. А почему закрылось? Не знаю. Вид, прием? Да нет, норм. А, нет, я думал, там десятка жахнула. Вид вроде живой, ладно, хорошо. Так, сейчас поглядим. Вот камера, видишь, стоит? Смотри. Вот ты камеру поставил, вот она стоит. Есть одна из улик, когда там такой летает, короче, светящийся огонечек. Его видно только на камеру и когда свет выключен. Угу. Понял? Вот сейчас можно еще походить, поискать, где будет пищать, и поставить камеру так, чтобы спалить этот огонек. Как бы сами мы его не сможем спалить. Тот раз вы меня не слышали, я сказал. Сейчас Артем сказал, что изменили. Чем меньше у тебя рассудок, тем больше активность призрака идет. Ну, по сути, всякая так и есть. Всякая дичь творится, да? По дому, короче. По дому всякая дичь творится. Кто-нибудь подойдите в гараж. Меня слышно? Пройдите в гараж кто-нибудь. А что такого там? Идите сюда, идите. У меня идет пара изо рта? Нет, нет. Нет? У меня как будто пара идет изо рта. У меня пара идет изо рта. А я вижу. Здесь 2 градуса было. Ну, здесь 2 градуса было. Да. Точно, точно. Все, да. Это улика. Можем сейчас прописывать в блокноте. Достаем блокнот. Где он там, блин, ёшкин кот? Из-за спины, из плеча, да. И пишем: улика номер 1, минусовая температура. Вот одна улика есть, получается. Значит, где-то здесь он, скорее всего, тусуется, в гараже. Надо сюда камеру притащить, еще одну. Подожди, и книжку. А у нас EMP было, это вторая улика. Опа. О, сколько? Пищит, на полную пищит. Пятерка?
Он здесь, да, он здесь. Да, да, на полную. Он здесь, он здесь. Где? Он у тебя, вон шайтан, смотри, вон он. Да вот он, смотри. Ой, блин. Вот он. Ёб твою мать. Да, это он. Определенно, блин. На тебе книгу туда, чел. Ставь вторую. Ну понятно, все, он там, это 100%. Надо, чтобы он сейчас свечку у тебя задул каким-то образом. А что, вы там инкоту закрыли? Инкота! Выходи! Он через дверь. Давайте ставим вторую улику. Больше нет, по-моему. Ну он сейчас там, да, он сейчас степнется куда-нибудь. Вторая улика у нас МП уровень 5. Выставляем. Этот фонарик еще нужен? Вот им сейчас можно там проверить в гараже. Всякие включатели, дверные ручки, вот такое. Типа все, все, чего он мог прикоснуться. К нему, само собой, не подходите близко, если увидите его. Но а, он свет вырубил, да? Был. А, да, он свет вырубил. Нет, не видать? Включатели. Нет, ничего, нет, такого. Вот он свет тут выключал, он по сути включатель должен быть, ну, ничего он должен не светится. Был трогать. Вот. Но ничего, значит, не светится там. Да, значит, нету с этой фигней. Так, книжка я тут положил. Пусть книжка лежит. У нас осталось огонек посмотреть и по рации с ним поговорить. Куда поставить. Так, инкота, ты его оставляй в комнате одного, потому что он только наедине ему сможет ответить. И просто надень в соседней комнате, короче, тусуйся на всякий пожарный. Ну окей. Активность однерка. О, есть, есть, есть третья улика, парня. У тебя в углу летает огонек. Я вижу его через камеру. Инкот, вот сюда выйди в машину, чтобы ты посмотрел, понял, что это за тема. И прописывай. То, что призрачный огонек, видишь? Получается, что это вид призрака, фантом. И чего, мы теперь ждем Вита? Да, сейчас он выйдет, поедем. Поехали-то нас. Почему я рядом с призраком стоял, у меня 80 рассудок, а вы тут ходите, у вас по 60? Не знаю. Слабохарактерные вы. Ходу. Но он когда появился, я тоже так от него близко стоял. Все, угадали. Кстати, за кость ничего не дали, почему-то вообще ноль. Может, не сфоталось? Злобы. Да нет, вроде сфоткал. Так, что там у нас еще есть? Вот, вот. Даже фотка ее. Блять, все плохо. Пиликает, пиликает на 4. У нас атака, атака. Слева на 4 пиликает. Вы на каком этаже? Второй этаж. Он у меня на первом. Вид, ты живой? Нет, меня убили. Что это? Ну, нас сожрали, Вид. Сожрали? Да. А как тогда я его слышал? Приползла на четвереньках и сожрала его нахер. Понял. Ты успел ее сфоткать там или типа того? Нет, не успел. Сейчас я посмотрю, засчитала датчик или нет. Байда с моего места вот туда прямо ползла, а вон труп Вита в комнате. Ёптать, а почему Вит висит? У меня он лежит. А у меня он висит? Ну, десинг. Так, ладно. Давай. О, блядь. На 4 шайтан. У нас капец. Если фонарики моргают, значит она в режиме охоты. Призрак. Ой, вон, блядь, прямо спереди дверь. Вижу. Все, прощай, инкот.
Нет, все, хана. Блин, Вит, ты опять в этом в потолке сидишь? Я не знаю, мне черный экран кругом. Ну потому что у тебя голова в потолке. Нажми плоскую кнопку, удерживай ее на правом джойстике. Вит так устал. Итак, сегодня нам предстоит вот мероприятие. Вот да, так. Вот так вообще. Чисто так. Дай нам знак. Чё, ты сразу спрашиваешь его про знаки? Да, чтоб он дал знак. Любитель, что он вообще фигня. Так я же вроде как средний поставил. Кстати, на любителе шток, да, включен. На профессионале надо самому включить. Я средний поставил, кажется. На среднем тоже. А, и, да, кстати, есть свет. На профессионале не пишет, кому он отвечает, одному или команде. Так, книжка полежит тут. Ящики на втором этаже открыла. Зачем? Какие ящики? Только прятаться в них. В ящики? Ты что в комнатах уже прятаться нельзя? Железные ящики я открыла уже. В комнатах прятаться бесполезно. Дай нам знак. Хорошо. О, это прачечная. 100%, да, здесь? О, кость лежит, кстати. Да, сфоткайте. Сейчас. Кстати, Вит, у тебя фотик с фоткой, Кость. Блять. Чё ты? Она мне шикнула в ухо, блин. Сейчас я принесу книжку на всякий случай. В углу? Был, да. В углу. Так, ну нахер. Твою мать, что это? Так. Что еще принести надо? Ну, книжку я принес. Соль есть, да? Он уже наступил на соль. Посвети ультрафиолетом вниз, по следы. Я пошла за радиоприемником и блять, за камерой. Или что-то упало там. Он раскидывается, да. Он там что-то, да, что-то кидает, блин. Ну, фиолет ничего не находит. Пол, смотри. Пол? Не-не-не, на полу вот вроде не оставляют. Вот тут следы, смотри, на этом. Есть огонек. Огонек? Огонек есть? Да надо этого сфоткать, призрака уже. Покажись, дай нам знак. Блин, я вот не уверен, что он наши голоса воспринимает. Может быть, в игре до сих пор мой старый микрофон настроен? Хотя нет. Не то... О! Бежим. Беги, Вит! Беги, глупец! Он, кажется, за мной. Да, до свидания. Сука! Ну ладно, я возьму фотку, последний кадр. У меня почему-то он медленно идет вообще, то есть медленнее обычного. Мне попадает... Чего в них кинуть можно? Ну-ка, а, быстренько. Нет, надо найти что-то. Так, что у вас интересно? Как увеличить скорость? А никак, у нас единая скорость. Раз уже померли, все теперь. Ну. Успел? Я успел? Да, да, да. Через дверь прошел. Погнали. А есть такой баг? Сайтан, да ты тут бутылки раскидываешь. Блин, не уезжайте, не уезжайте. О, нам за мертвое тело дали 2 звезды еще. Только не уезжайте сразу. Смотри, смотри, сзади. Еще тут это, выпить за успешное дело. Спасибо. Температуры нет низкой. Отпечаток поставьте, что есть. Слышите? Принято.
И фиолетовый фонарик уже выкидывать можете тогда. А тут телефон... А, мы в туалете. Тут нет, да, телефона, по сути? О, дальше, дальше. Дальше, да. Блядский. Опять началось. Блядский ротик. Занято, куда? Блядь, я нахожусь. Полшага надо. В комнату? Ага, понял. Ой, блядь. А я последний. Он за вами пошел. Блин, он еще и Юлю съел. Вид тут? Вид здесь? Да. Вид? Слышно? Да, да, я тут. Да, он где-то на первом этаже, вот с той стороны надо его находить. Давай инструменты сюда. Да-да. Да-да-да. Слышно меня? Блять. Да ёбаный ты. Да, я слышу тебя, но ты не в рации. Я в тачку за витаминками, вид. О, блядь, звонит опять где-то там. Ты уже на улице, что ли? Нет, но я хочу выйти на улицу, блядь. Да, я на улице. А мы типа не стали свидетелем паранормального, он за мной ходит, блядь, по всему коридору. Ебанёшься от него. О, Вита, ноль рассудок. Я видел, как он Юльку съел, и мы не стали. Хавай, на, ешь. Ешь. Нам нужно стать свидетелем паранормального явления, мы еще не стали им почему-то, блядь. Я уже стал седым, блядь, но вот свидетелем паранормального явления я не стал. Вот он даже по этому коридору вот так гнался за мной, прикинь, вот туда, блядь. Слева. Он слева. Слева направо. Слева. Он где-то вот в той стороне на первом этаже. 100%. Вот там где-то слева. Сейчас я генератор включу, потому что ты, это ты капец. А, я за генератором пошел. Включу такой медленный. Давайте. Нет. Просто медленный. Лево, право. Можно свои стоит. Блин, я очень медленный почему-то. Даже прямо не иду, я просто вот... О, блядь. Назад, назад тоже, он не идет назад. Все, до свидания. Хотя бы хороший снимок, блядь, сделаю. Просто не шел назад. Вперед не шел, вот он налево-вправо ходил, а назад вперед не шел. Где Вита? В машину убежал? Не знаю. Добро пожаловать в мир мертвых. Ты видел, шайтан, какой тайминг я словил? Нет. А что было? Я просто ушел, от тебя съели. А. Я, кстати, фоткал его, блин. Я, кстати, где это видел? Фотографии посмотреть. Я видел на камере, как он шел. Он с лестницы спустился. С лестницы? Не, то есть он на втором, конечно, был? Ты селфи делал, что ли? А вот он, вот, смотри, у меня он есть, ты его прям в упор сфоткал. Смотри. Нет, ищи. Это старое. Не, у меня нет. У меня почему-то еще из деревянного дома фотографии. У меня вот здесь внизу, короче, он прям вот. Вот он прям перед тобой. Ну я, да, я старался сделать хороший кадр. У меня, короче, заглючило, и я не мог ходить ни назад, ни вперед, только влево-вправо. Он на меня идет, а я, короче, не могу ничего сделать, только влево или вправо могу ходить.
Конечно, можно было боком, типа, идти. В колде лететь. Но я уже все растерялся в нем.